Девушка, садитесь. Спасибо. Я был в том вагоне с твоей женой. Чего вам? Ты должен знать, это не был несчастный случай. Я тебя сейчас урою. Пшал! Ах ты! А ты сможешь хакнуть базу клуба Fitness World? Fitness World? Это спортзал? Нет, пончиковая. Будешь хамить мне, о помощи даже не думай. Это зачем? За жену отомстить. А ты людей убивал? Давай лучше помолчим. Надо раскопать все, что есть. Их численность, дела, по которым они проходили. Имена, адреса. И так, чтобы не отследили. Для тебя такие вещи наверняка... Да как два пальца об асфальт. Кто они такие? Ну, как бы сказать... Вы мстители? Можно сказать и так. Пап... Собрал. Я тоже. Никто никого убивать не будет. У нас тут, похоже, отряд самоубийц. У меня мама психолог, если вам нужна помощь. Тупой компьютер! Ну, конечно же, ты не психбольная. Ты просто пухлая. А? Да, пышечка. Да кто они такие? Так ты жену точно не вернешь. Я сейчас остановлю и нос тебе сломаю. Давайте уловил? Без конфликтов. Сделаем дело и поедем есть банановый кекс. Согласен. Просто она мертва, и тут уж не... Рыцари справедливости. В кино с 18.